В этом видео мы расскажем о веревочных узлах, которые наверняка найдут применение в повседневной жизни. Удавка. На веревке делаются две петли приблизительно одинакового размера. Ходовая часть в несколько витков обносится вокруг них. После остаток ходового конца заводится в петельку, расположенную по ходу коренной части веревки, и зажимается. Бочечный узел. Установите емкость на веревку и обвяжите ее простым узлом сверху. Растяните верхнюю часть простого узла таким образом, чтобы веревка обхватила емкость сверху и по бокам. Натяните свободные концы веревки. Встречный узел. На свободном конце веревки завяжите простой узел, но не затягивайте его до конца. Свободный конец второй веревки просуньте в петлю простого узла и дублируйте абсолютно все изгибы первого простого узла. Затяните узел. Констриктор. По центру веревки сделайте закрытую петлю. Из этой петли сделайте две петли, как показано на видео. Накиньте одну петлю на другую. После затяжки в обратную сторону его уже не растянуть. Развязывающийся бегущий простой узел. Один конец обносим вокруг опоры. На этом же конце делаем петлю. В эту же петлю просовываем середину конца веревки и затягиваем узел. Пожарная лестница. Сложите петлю на ходовом конце так, чтобы левая часть перекрывала правую. Сделайте необходимое количество петель, располагая каждую следующую поверх предыдущей. Проденьте ходовой конец через все петли. Затяните первый узел. Протяните его через остальные петли, чтобы затянуть остальные узелки. Срединный проводник. В нужном месте веревки делается двойная скрутка. Отмеряется необходимая длина верхней части. Верхняя полученная петля запускается снизу скрутки. Нижняя часть раздвигается, образуя отверстие. Петелька, находящаяся внизу, заводится в полученное центральное отверстие. Расправляется, затягивается узел.